Не всегда, но на объектах нужно будет учесть, что ширина проемов очень часто больше, чем наша коробка. Коробка у нас в стандарте обычно 7,5 сантиметров шириной. А проемы очень часто, ну, знаете, в старых домах, особенно в санузлах, они 5-сантиметровые бывают. Бывают 7-сантиметровые. А в комнатах, межкомнатных соединениях, проемах, они бывают 9, 10, бывают 20 сантиметров, ну, широкие такие. И когда мы ставим туда коробку, то не все закрываем. Нам нужно добрать до ширины проема коробки наш погонаж. Для этого, вот я вам показываю, бывают вот такие доборы. Они стандартные, холостые, 2-метровые. И бывают шириной от 10, ну это в стандартах. 10, 12, 20 сантиметров. Ну, цвета у них разные, а вот тип, два типа. Первый, вот видите, ровные края, с двух сторон они декорированы. И второй, это края пазовые, там пазы, 3-сантиметровые пазы. Вот этот, это для телескопической системы, там, где мы применяем наличник с пазом, который вставляется в этот забор. А это с простым наличником. Ну и, собственно говоря, работаем мы с ними примерно одинаково. Суть такая, что нам нужно распустить этот добор до нужной ширины. Ну, то есть, если у нас проем, предположим, 20 сантиметров, коробка минус 7,5, соответственно, у нас 12,5 сантиметров нам нужно добрать. Этот явно не подойдет. Мы должны взять либо пошире 20-сантиметровый и отрезать от него, либо взять два добора, 12 и еще немного, или там 10 и еще 2,5. Ну, то есть распустить 2,5, скрепить их между собой, так или иначе. Ну, я сейчас не буду в тонкости, как их скреплять, но очень часто нам приходится, да, скреплять доборы. Итак, для того, чтобы с ними работать, нам нужно распустить, в первую очередь, этот добор по длине. Сколько распускать? Мы прикладываем линейку небольшую к коробке и смотрим по отношению к стене, какое расстояние нам нужно. При этом мы в проеме в нескольких местах обязательно это промеряем, потому что не всегда коробка по отношению к стене стоит прямо, стены очень часто с наклоном идут. Вот. И бывает, что особенно для обычного наличника добора, не телескопического, приходится вырезать в кривь. Ну, то есть сверху там 10, а снизу 8. Иначе у нас наличник будет стоять к стене с сочельем. Чтобы этого не было, нам криво. Либо прямо, соответственно. Распускаем мы на верхнем столе наши торцовочные пилы. Выставляем правильный упор на нужное нам количество сантиметров, пропускаем, торцуем снизу этот добор, ну, обрезаем неровные края, которые и сверху, и снизу у него, потом прикладываем в проем, делаем отметку сверху и торцуем еще сверху по нашей отметке. У нас готовая часть для того, чтобы ее установить к двери, в проем. Для того, чтобы установить, на самом деле, много инструментов не нужно. Единственное, что нужно быть очень аккуратным. Аккуратность тут в первую очередь в чем? Надо очень точно все вырезать, чтобы не было щелей, и нужно его прикладывать к дверной коробке очень плотно, чтобы тоже не было щелей между ними. Для этого мы его прикладываем. Когда он прям в паз входит, и тогда он стоит очень хорошо. Но чаще всего в паз прямо уже до конца он не входит, его нужно поджимать. Поджимаем мы его либо там остатками пены, либо там чем угодно, бумагой, можно клинями поджимать. Вот, которые используются для установки рам дверей. Вставили, поджали и закрепили обычной клейкой лентой. Она не оставляет на стенах следов, но хорошо держит. Мы отрываем кусками и там обычно в трех местах крепим этот добор. Замечательно все держится, все отлично стоит. После этого
Ну, если нам нужно откорректировать высоту небольшую, там где-то ошиблись и зарезали меньше, можно снизу подложить небольшой клиночек, выровнять поверху. То, что добор ставится сначала по бокам, а потом еще и сверху на него кладется, на боковые части верхняя штука. Вот, значит, для того, чтобы закрепить, понятно, закрепили, иногда нужно конструкции на его поддержать. Особенно на входных дверях, но только пошире струбцину надо брать. Вот. Иногда добор нужно где-то немножко подрезать. Для этого у меня под рукой реноватор. Ну и вообще говоря, это МДФ, он легко режется, поэтому можно резать и ну, мелкие какие-то части обычным ножом канцелярским. После чего берем пену. И запениваем этот добор снизу вверх по периметру. Проходим по месту примыкания добора и коробки слой 1. И потом мосты жесткости делаем там с расстоянием предположим, 10 см, там, по 4 см мы делаем такие мосты жесткости. Мы не используем, не запениваем все это пространство пены, во-первых, потому что это разобрет все, а во-вторых, потому что это просто безумное расходование пены. Абсолютно ни к чему. Вот эти вот мосты держат идеально. Вот таким образом ставится добор. Установим доборы на межкомнатные двери. И для этого в первую очередь нужно измерить, какую ширину нам нужно компенсировать. Вот здесь вот у нас 6. Измеряем всегда в верхней нескольких точках дверного проема. 6, 6, 6. Соответственно, здесь, чтобы не ошибиться, тоже 6, 6, 6. Соответственно, будем делить набор для проема 6 сантиметров. Вот я приготовил заборы. Это стандартные заборы с фазы под наличник фазы. Ну и для начала мы должны отторцевать. Любой патронаж торцует, потому что вот эта поверхность неровная. Стандартные заборы, вот эти, они 12 сантиметров. Нам нужно для одной двери вырезать 6, для второй 7. Соответственно, из одного добора не получится сделать их 2, будут обрезки. Ну и можно приготовить сразу, это не доборы, это портал, когда у нас нет дверной коробки, мы просто должны закрыть проем
вот в данном случае вот этот проект, здесь это называется портал. Он собирается тоже из наборов биев наличников. Мы его мерим, он 12 сантиметров, то есть тут ничего не нужно будет распускать в ширину. Просто подготовить три куска добора. Мы их тоже отторцуем с исполнением. Выставляем вот здесь свои 6 сантиметров для добора. Вот. Ну, вот распустим немножко. Тут все довольно просто.
Отсюда нам понадобится строительный скотч, который не оставляет на стене следов. Вот, закрепят. Дальше сверху нужно положить. Вот в этих местах могут быть щели. Для того, чтобы их не было, мы прижмем с этой стороны, либо остатками пены, либо еще чем-то добор короткий. Сначала прыгаем по всей поверхности тонким слоем. Потом сделаем ребро жесткости. Все готово. Теперь нужно подождать, пока это просохнет. Прежде чем крутить наличник.